5 утра, мы встали в 4, рассвет уже за горизонтом, и мы пытаемся обогнать пробки и вообще людей, чтобы попасть на фуникулёр или хотя бы не стоять в пробках. Полезем на одну из самых высоких вершин. Гражданин Баран, как вы считаете, нам удастся обогнать пробки? Молчаливое непонимание. А хлеба хотите? Мы приехали на паркинг, приехали за минут 10, наверное, если не быстрее. 15-14. На паркинге пусто еще, 5:30 утра. И, скорее всего, через буквально часа 2-3 здесь будет битком просто. Кепку забыл. Есть подозрение, что мы уже подходим к фуникулеру. Недолго мы шли, минут 10, но такая горочка крутая. Успеваешь устать. Ты начнёт работать через 1.5 часа? Ну, меньше уже. Вроде бы. Ну, ничего, у нас есть еда, и мы никуда не спешим. Если мы займем очередь. Если займем очередь. Ну, в общем, мы поднялись на гору, встали в очередь за билетами. Касса не работает. Касса не работает, да. Неизвестно, кстати, как вот, купив билеты, попадем ли мы сразу на этот. Ну, ладно, будет видно. Так, ну мы прошли. Пришли на фуникулер, у нас определенное время, надо уехать вовремя. 1:40 мы здесь погуляли, очень красиво, конечно, ветрище, сносит, но красиво, да, город красивый. Козочку видели, перекусили, посидели. Все зачли, и сейчас еще весь день. Если не будет каких-то пробок или еще каких-то проблем, то мы встать в 4 утра окупила себя полностью.
Так, ну вот, чего мы избежали, встав в 4 утра. Вот это вот вся очередь, которая за моей спиной, идет туда. Я не знаю, сколько им стоять. Ну, часов 5. А вот там вот сидит мужичок на лавке, предлагает купить очередь. То есть, местный бизнес. Может, пан хоче купить колейка? По-моему, неплохо. Чтобы не сидеть в жару дома, хотя и дома тут прикольно, поедем поваляться возле такого озерца, бассейна, недалеко. Платный, но отпуск же. Let's go. Короче, мы приехали купаться в аквапарк, но налетел дождь очень холодный. И погода превратилась вот в такую. Непонятно, когда тут вылезет солнце. Решили не ждать у моря погоды. Немножечко фейл, но ничего страшного. У нас был уже аквапарк неплохой. Очень раннее утро. Сегодня мы уезжаем уже из Закопани, последний день, снимать не будем, наверное, уже будет просто дорога домой, будет ночевка где-то возле Варшавы, и на следующий день в Литву. Горы нам понравились, мы сюда еще вернемся.